И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, я продолжаю играть в Ark Survival Evolved. Да, вот такого вот начала. А, зашел я в Хеленку, такой, в магазинчик, я уже такой, опача, тут дофига всего. Ну и, соответственно, новые эмоции, это, конечно, клево. Самое клевое все-таки это вот это. А, да. Это клево. В общем, куда мы пойдем? Если в прошлой серии была по миссиям, значит, сегодня что-то будет другое. Что-то другое, это как вариант поиск. Точнее, томление кого-нибудь. У меня остался Виверна, Ноглин и Дельфин. Вроде бы все. Вроде бы все. Но Ноглинов ни одного. Ноглинов ни одного. Кстати, они были. Они были. А сейчас ни одного. Такая вот приколюха. Очень отвратительно. Ну, ладно. С этим потом как-нибудь разберемся. Либо сброшу этих всех, ну, то есть притомленных существ, но сейчас пойдем за Войдверной. Или Войдвиверна. Я ее. Да, конечно, Войдверна легче сказать, но для меня она все-таки Войдвиверна, как ни крути. Пойдем томить кого-нибудь. Их здесь всего две у меня на карте. Посмотрел, как их томится, точнее, напомнил сам себе, как они томятся. Здесь у меня все очень прекрасно, ну, как бы, сравнительно. Я же вам... Я рассказывал, что я притомил этих куча... Ой, я уже забыл, что я рассказывал, не рассказывал. Короче, да, вот, если не рассказывал, то вот, я притомил кучу мейвингов. Для яиц. Да, вроде бы рассказывал или не рассказывал, ну, неважно, еще раз скажу. Вот. Такс. Я... Вот так вот. Вот столько. Да, нормально. У меня прям сейчас огонь. В плане добычи вот этого всего дела. Что у меня здесь первосортника? Ну, точнее, с вяленкой. Все хорошо, все замечательно, все прет. Короче, берем мутагель. Я тут еще потусил в биоме с Амброй. Где ты, Амбра? Вон, 43 тысячи. Это собака тяжелая. И подбывал с помощью моего чувака, этого страйдера, подбывал еще немножечко мутагена. И, собственно, все хорошо. Ой, мутагеля. Господи, ну я когда-нибудь... К концу сезона я научусь отличать их, наверное. Но это не точно. Сейчас же можно со спокойной душой бежать, горцевать и... Оп. Очень мало, если уж на то пошло. Прям очень мало. О, нифига себе. Все-таки у Роквелла добывается... Ай, ё-моё. У Роквелла это все дело добывается намного быстрее, намного больше. А, да, я же последний сот поставил. Нежели где-либо. Но, чтобы набрать на томление, этого вполне достаточно. Ой, томление. Томление там, как обычно, жопошная жопа. Так, это мы отображаем туда. Не, погнали все-таки к другой верне. Обоид верне. Вот к этой. Туда у меня просто плюс-минус есть телепорт. Нифига себе, какое там расстояние. А по карте выглядит, как будто бы рядом. У меня здесь есть телепорт. Поэтому идем сюда. Ой-ой-ой, нифига себе, как далеко. А, по ней нужно наносить урон. Энное количество урона. Это же... Ой.
Элемент. Нужен ли он мне? Я думаю, нет. Я думаю, у меня там его еще дофига. Погнали к вот дверне. Надеюсь, она не застрявшая где-нибудь в текстурах. Потом еще надо будет дельфинчиков. Ой, дельфинчиков там едик. Господи, я даже не хочу за них браться. Почему? Они клевые. Но я что-то там посмотрел. Такое там линия какое-то не очень. По крайней мере, я так мимолетом глянул. Там такое там линия не очень. Такое геморное. Еще так помало томится, что прям очень ужасно. Так. Мне вот эти козлы не нравятся. Искатель. Ладно, давай от искателя сначала избавимся. Эп. Вот ты ж жадница. Как-то не очень у меня получается от них избавиться. Просто я боюсь, что они могут мне всю малину обосрать. Так, у тебя ядрить там растудить сколько дельфинов. Вот они мне тоже могут малину обосрать. Нифига себе! Ё-моё! Ты посмотри. Раз, два, три, четыре, пять, шесть... 7, 8, 9, примерно 11, что ли? Офигеть. Ладно. Вот я не взял ничего слабенького из оружия, да? А это плохо. Это очень плохо, однако. Да что ж ты, собака, ты летишь? Самое, наверное, сложное, это загреть только ее и больше никого. Это, пожалуй, самое сложное, потому что вот эти вот начнут сразу же подлетать. О, отлично, погнали. Отлетим. Давай, отойдем, поговорим. Хоп. Ей. А, черт побери. Нужно нанести урон. Урон, чтобы у нее ой-ой-ой-ой-ой, чтобы у нее начали какое-то свечение начало появляться около крыльев. Ядрёшь тебя, да, мне кисло так. Так, вот это вот свечение. Отлично. Ах ты ж. В смысле? У тебя что, ты отхилялась, что ли? Ах ты ж собака, ты нездоровая, а? Не, ну хиляется-то она жестко. Это, наверное, все-таки из-за моих настроек. Но я сейчас не могу прожать урон. А, теперь уже могу. Иди сюда. Вот они, синее свечение. Да что ж ты такое-то, а? Вот летает-то собака нехорошая. Да ёб твою ж за ногу. Недолго это свечение длится. И это прям очень бесячее. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, нифига урона вносит, прям, дай боже. Еще бы, конечно, не подлагивало, но я думаю, подлагивает из-за того, что здесь дофигища. Так, а теперь смотрим внизу на надпись. Как она будет написана, use, и она начнет делать бочку, верно.
Надо использовать. Это мелкого левела виверна, сами видели. Это мелкого левела, поэтому притомилось очень легко и быстро с одного раза. Там 2, 3, 5, это понятное дело, от левела очень сильно зависит. Но мне же для коллекции, поэтому в целом-то разницы никакой нету. Тот, кто создал этих летающих роботов дозорных, должно быть, увлекался фантастическими эпосами 20 века. Они напоминают что-то из старинных приключений драконов и волшебников. Инструкции для экипажа команды даже называли их виверны. Да, все правильно. Наверняка поклонники этого жанра не отказался бы от того, чтобы они охраняли все богатства Земли. Классно. Виверна притомилась. Ой. А теперь надо тебя возвращать обратно. Так. Нифига себе, ты уже как прокачался. Жёстко. Так, ну давай хотя бы так и выносливости чутка. Всегда выносливости у меня не хватает на этих летунах. Ну и урон все-таки какой-никакой да должен быть. Оп, оп, оп. Отлично, отлично. Я думаю, телепортом вернемся до дома. И там уже покуролесим. Ой-ой-ой. В этом аж появился. Так. Погнали куда-нибудь подальше. Летает, конечно, неплохо. Мне прям нравится скорость. Что у нас в итоге? По карм есть. Ничего, это ничем. А, ну это схватить. Нахватался, короче. всю выносливость истратил. Отлично. Ай, виверна. Виверна не очень отвратительна в этом плане. Выносливость у них, конечно, жопошная. Так, правая кнопка мыши ничего. Левая кнопка мыши это... Укус? А где еще что? Так, ну давай дропик уже возьмем, раз уж я здесь. О, неплохо. Легендарный лук. Тековский лук легендарный, это означает, что мне дофига... Ага! Нужно не кликать, а зажать. О, добрый вечер, Альфа Раптор. Супер, 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 супер. Сейчас подкачаем биверну сразу же. Я не думаю, что он загрызет. Я надеюсь, что не загрызет. Да, конечно, не загрызет. Господи, у меня даже так урона хватит. Урона и здоровья хватит, чтобы 16-го Альфа Раптора завалить. Оно же замочить. Или замочить, тут уж сами выбирайте. Отлично, отлично. Здоровочка и выносливость. Отличненько. Прожимаем, станем. О, да слушай, так не кислоту урона вносит. Нифига, я их отталкиваю-то как жестко. А что пыхает, нифига себе. Неплохо. Да, конечно, это что-то такое себе в целом, но... Это, по крайней мере, необычно. Выносливость, естественно, выносливость.
Не, как они телепортируются, это, конечно, смешно. Ну, получается, слушай, неплохой-то урон. Типа, если в один луч, это по единичке, если в два луча попадает, то я смотрю, как три луча каких-то, то бьет побольше. Ну, конечно, укус все равно намного лучше в этом плане будет. Как ни крути. Давай урончик еще. Угу. А вот этого он застанил. Видишь, он как тупит, такой потихонечку такой идет. Тормозит прям жестко. Ну, отлично. Спасем колобка. И проверим немножечко. Ну, слушай, нормально, нормально. Да, это такая себе боевая единица. Ну, левел, конечно, тоже такой себе. В целом, такая себе боевая единица, но в плане вот добычи вот первосортины уже неплохо. Уже прям неплохо, мне прям уже нравится. Вот, и этого тоже застанил. Немножко понять не могу, как, конечно, это работает. Но выглядит, допустим, то есть вот примерно так это и выглядит, прям вот, допустим. Вес, ну такой себе. В целом. Выглядит, конечно, клево. Но, как по мне, все вот виверны, это, ну, немножко переоцененные. Да, они прикольные, да, они жесткие, но любая виверна, ты любую виверну возьми, без модов, без ничего. Не знаю, насчет кристаллических, я имею в виду дефолтные. Огонь, молния и яд, выносливость, это их самое слабое место. Далеко не пролетишь, много чего не сделаешь, ты просто бомбишь от того, что, ну, ты пытался. До доху взял, летели. Ладно, беги обратно. Клёво, конечно, клёво все-таки. Виверна выглядит, это клёво. Но в плане практичности я не могу сказать, что от нее есть толк. Тем более, что вот как для полетов у меня есть мой костюм. То есть я его везде использую, прям вообще супер штука. Больше ничего не надо. В плане переносов у меня есть скиф. Тоже как бы смысла нету. Да и вроде виверн же не всех таскает. Вот. А все остальное, ну, мне это не нужно. Но это красиво. Это красиво. Ну, смотри, какая красота. Ёшкин кот. Просто неописуемо. Кстати, ну-ка. У-ху! Да, вот это самое оно. Самое оно это вот это. Ну да. Ой, прям очень даже в тему. На такой жесткой виверне. Вот такая, ладно, такая смолисто-черная, прям прикольно. Ну, местами. Местами коричневыми, местами смолисто-черная. Кстати, видали? Все, у меня текстуры поплыли. Вот буквально еще недавно все было хорошо, сейчас уже текстуры поплыли. Не знаю, как это починить, да и насрать уже на это как бы. На других карт такого нету, поэтому я списываю пока что это на вот это вот и все. Ой, ладно. Вот такая вот серия получилась. Я не ожидал, что я так быстро притомлю, честно. Я думал, будет дольше. Но получилось, как получилось. В целом, томится она как конь.
Вот давиться как конь. Оседлал. Ну, только единственное, здесь нужно нанести урон. Типа, доказать то, что ты можешь. А на коне просто подошел и оседлал, типа, хей, погнали. Но в целом тоже прикольно. Прикольная механика, необычная механика. Это не такая, что оглуши всех в мире и при этом их как-то вот он спит, жрет и поэтому потом просыпается и знает, что надо за тобой бегать. Ну как бы нелогично. Все-таки мод на томление, то есть когда ты скидываешь всякие вот эти вот с помощью стрел кидаешь и так далее, байты как они там, ой, ну immersive time вроде бы так называется мод, вот он как-то, знаешь, более логично, томилка, все дела. Ладно, будем на это уже с вами прощаться, как говорится, всем спасибо за просмотр, не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, комментировать, конечно, делиться моим видео с своими друзьями. На этом все, всем удачи, всем пока, всем счастливо, добра, всем пока.